Синий Белый. Номер 1 Алексей Скорняков. Номер 22 Виталий Тимофеев. Номер 26 Игорь Чернышов. Номер 5 Александр Горбатюк. Номер 25 Роман Синякин. Номер 6 Александр Дудов. Номер 21 Максим Волков. Номер 11 Александр Дегтярев. Номер 7 Артем Сапожков. Номер 17 Юрий Родинков. Номер 20 Азаман Пенежуков. Главный тренер команды Игорь Чугайнов. Динамо Брянск футболки белые. Номер 1 Денис Книга. Номер 3 Андрей Сидяев. Номер 24 Константин Зайцев. Номер 19 Сергей Комки. Номер 21 Артур Ефременко. Номер 9 Александр Кубичев. Номер 7 Никита Бондарев. Номер 8 Иван Кучуров. Номер 29 Игорь Дуров. Номер 11 Владимир Минич. Номер 10 Андрей Козлов. Главный тренер команды Дмитрий Ларин. Сегодняшнюю встречу обслуживает судейская бригада в следующем составе. Главный арбитр Илья Тришев, первая категория города Балашиха. Его помогают Константин Аверьянов, вторая категория города Санкт-Петербург. Игорь Коробков, первая категория города Гатчина. Резервный арбитр Игорь Золотарев, первая категория города Брянск. Инспектор матча Сергей Николаевич Мартынов, город Москва. Поднимай, надо, 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 надо,
Thank you.
Yeah.
Полузакинут Александр Дудов, номер 6.
Thank you.